Друзья, доброго дня! Вы на канале «Стройгарант Анапа», с вами я, Валерия. Сейчас я нахожусь в жилом комплексе «Жемчужина», чтобы показать вам обзор одноэтажного дома. Его площадь 90 квадратных метров. Приглашаю вас в дом! Участок 5 соток. Здесь плодородная отличная земля. Стены дома утеплены минеральной ватой «Технофаз» толщиной 50 мм. Внешняя штукатурка дома – «Баумит». Защищает и сохраняет качество дома от снега, солнца и дождя. Канализация – индивидуальный септик. Электричество – 15 кВт. Крыльцо – монолит. Площадью 9,8 квадратных метра. Прихожая 4,2 квадратных метра. Тут можно разместить небольшую гардеробную. Пойдем дальше. Коридор 5,9 квадратных метра, из которого вы можете попасть в санузел, спальню и кухню-гостиную. Я приглашаю вас на обзор первой спальни этого дома. Ее площадь 11,7 квадратных метра. Обратите внимание, что клиенты отделку дома выбирали самостоятельно. И посмотрите, как поклеены обои. На них нет ни единого стыка. Есть розетка под сплит-систему и вытяжка. Блок розеток для установки ТВ-системы. Установлен радиатор. Во всех спальнях этого дома ламинат 34 класса. Клиенты этого дома установили очень красивые белые двери. Мне очень нравится, да и вообще в этой комнате так уютно, что не хочется ее покидать. Приглашаю вас в следующую спальню. Следующая спальня этого дома 12,7 квадратных метра. Как я уже поняла, клиенты этого дома очень любят цветы. Я считаю, что это отличное решение и очень приятная цветовая гамма для этой спальни. Здесь также установлена вытяжка и розетки для подключения сплит-системы. Ламинат 34 класса. В принципе, тут все то же самое, как в предыдущей спальне. И также установлен блок розеток для ТВ-системы. Санузел этого дома площадью 5,8 квадратных метров. Санузел отделан кафелем. В наличии вся разводка под сантехнику. Душ. Установлена принудительная вытяжка, 4 точечных светильника. Самое любимое место дома – это кухня-гостиная, площадь 29 квадратных метра. Достаточно много места для того, чтобы установить всю необходимую технику на саму кухню и непосредственно в гостиную. Решение клиентов было сделать по всему периметру в кухне-гостиной кафель с теплым полом. Есть большое панорамное окно, которое выходит на террасу, площадью 21 квадратный метр. Места на кухне достаточно. В типовом проекте на это место предусмотрена установка холодильника. Здесь по проекту устанавливается раковина. Тут расположены розетки для подключения электропечи. Установлен котел немецкой фирмы Протерм. Третья спальня этого дома – самая большая, современная и стильная, 17 квадратных метров. В ней все то же самое, как в тех предыдущих спальнях, но есть отличительная черта – это наличие эркерной зоны. Вас не оставит это равнодушным, так как тут за счет эркерной зоны попадает большое количество солнечного света, и тут еще ярче и светлее.
И здесь также опять нас встречают красивые цветы, необычное стильное решение. Обои поклеены идеально, ни единого стыка нет. Также установлены розетки под сплит-систему, розетки под установку ТВ-системы, установлена вытяжка, радиаторы и ламинат 34 класса. Обзор дома подошел к концу. Благодарю вас за просмотр. Если вы заинтересовались этим коттеджем или его стоимостью, вы можете позвонить по номеру телефона, который вы видите на своем экране, и наш менеджер вас проконсультирует. Также вы можете оставить любой комментарий, который вас интересует, под этим видео, и мы с радостью ответим вам на ваш вопрос. Благодарю вас за внимание, спасибо, что были на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч в новом выпуске.